В Эмиратах после искусственно вызванного дождя начались сильные наводнения. Эта часть света не богата на осадки, дождей летом практически не бывает. Местные ученые решили исправить ситуацию. Они запустили в небо дроны, которые с помощью электрических разрядов поспособствовали образованию дождевых облаков. Как видите, ребята немного перестарались. Дожди начались в Омане, Саудовской Аравии и ожидаются в Катаре. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.